В Армавире на железнодорожном переезде в микрорайоне Кирпичный водителям вручили памятки о правилах проезда через рельсы. 10 июня объявлен Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. В Армавире их 7. Все они регулируемые и 2 из них охраняемые. С начала года в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры произошло 13 ДТП. 12 человек пострадало и 2 погибло. В мае и июне в 2 ДТП на переезде в соседнем Успенском районе при столкновении с поездом чудом уцелели 2 водителя. Было у нас дорожно-транспортное происшествие 8 мая и было 2 июня. Также на переезде Дивное, это Успенского района. Какие были у нас нарушения? Там водитель нарушил, проехал на запрещающий светофор, столкнулся с грузовым поездом. И 2 июня была девушка, не справилась с автомобилем, также выехала на запрещающий красный светофор и столкнулась тоже с подвижным составом. Позже инспекторам удалось узнать, что один был очень уставшим и почти засыпал за рулем, а девушка отвлеклась на телефон. Дорога, какая бы она ни была, гравийная, заасфальтированная или железная, редко прощает такое невнимание. Подъезжая к переезду, не стоит игнорировать сигналы светофоров. Тормозной путь поезда составляет больше километра. Хотел обратиться к водителям, которые нарушают правила дорожного движения в зоне повышенной опасности. Это, как считается, ЖД-переезд. Не подвергайте опасности себя и людей, которые находятся рядом с вами. Сотрудники Армавирской дистанции пути совместно с инспекторами ГИБДД раздали водителям больше 200 листовок и напомнили о штрафах за несоблюдение правил при движении через ЖД-переезд. В соответствии с частью 1 статьи 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа 5000 рублей, либо лишение права управления на сроком от 3 до 6 месяцев. За повторное такое нарушение срок увеличивается до 1 года. Водитель, когда садится за руль, должен сохранять концентрацию внимания, соблюдать правила и не отвлекаться, находясь на дороге. Ирина Берег, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360, Армавир.